слышал, вполне нормально. Теория Берналь парадоксальна. Абсолютных истин не существует. Тут мозг, как правило, буксует. Каждый человек знает, что за содеянное отвечает. За собственные решения, за поступки и убеждения. В конце человеческого пути ждет смерть, как ни крути. Может овладеть глубокий страх, ведь каждый превращается в прах. Абсолютная истина, смерть, как ни крути, может овладеть глубокий страх, ведь каждый превращается в прах.